Привет, это канал I Like Pet, и в этом ролике мы расскажем вам о маленьких породах собак для активных людей. Вы ведете активный образ жизни, ищете себе лающего друга, но при этом предпочитаете маленьких собак. Чтобы найти друга, поддерживающего ваш образ жизни, вовсе не обязательно заводить собаку крупной породы. Есть много маленьких лающих, которые составят вам отличную компанию в любом активном отдыхе. Итак, представляем вам 7 маленьких пород собак для активных людей. Фокстерьер – небольшая, но очень активная собака. Ее энергии и выносливости хватит, чтобы составить вам компанию в любых занятиях. К тому же представители породы очень жизнерадостные и общительные. Они могут стать прекрасными компаньонами для любого владельца. Вандейский Бассет Грифон – еще одна порода небольших собак, нуждающихся в серьезных физических нагрузках. Представители породы обладают морем энергии. Они будут счастливы активно проводить время со своим хозяином. Керн-терьер – типичный представитель группы терьеров. Эти собаки обладают неисчерпаемым запасом энергии. Они любят исследовать мир вокруг себя. Представители породы нуждаются в серьезных физических нагрузках. Керн-терьеры отлично подходят для активного владельца. Китайская хохлатая собака любит интересные активности. Представители породы обожают проводить время в обществе своего хозяина и с радостью будут сопровождать его в любом активном досуге. Дэнди Динмонтерьер – энергичная небольшая собака, которая нуждается в серьезных физических нагрузках. Она идеально подойдет для активного владельца. Представители породы – прекрасные компаньоны. Они могут поддержать хозяина в любом его деле. Той-пудель – небольшая, но очень активная собака. С представителями породы нужно много заниматься. Их важно дрессировать и тренировать. Той-пудель – идеальный вариант для людей, ведущих активный образ жизни. Бассенджи – подвижные и активные собаки. Они нуждаются в серьезных умственных и физических нагрузках. Представители породы – очень верные животные. Они с радостью поддержат своего хозяина в любых его начинаниях. Маленькие породы собак наравне с крупными могут идеально подходить активным людям. Главное – найти и выбрать свою породу. О других интересных фактах из мира животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!